На сафари людям с джипа удалось заснять одинокую дикую собаку, которая атаковала небольшую антилопу Ньяла. Антилопе удалось добежать к воде, и там между ними началось настоящее сражение. Ньяла быстро поняла, что ее спасение только в воде, так что уже на глубине собака ее отпускает, и антилопа отправляется в свободное плавание. Думаю, собака точно бы не оставила свою добычу и ждала бы на другом берегу, но на место происшествия прибыл неожиданный герой. Львица, небрежно идущая с противоположной стороны плотины. Заинтересовавшись всем этим смятением, она подошла ближе, чтобы разобраться, и решила преследовать дикую собаку. Когда дикая собака скрылась из виду, а львица отвлеклась, антилопа смогла спокойно сбежать.